Всем привет! Добро пожаловать в рубрику «Как сделать за одну минуту». Тут я обновил урок про вращение моста, и один подписчик говорит: «Я точно так же сделал вентилятор под потолком, но он падает». Давайте сделаем точно так же, но чтоб не падало. Итак, ну это у меня образец, а вот с этими деталями будем разбираться. Создали деталь энкером, закрепили ее, это потолок, чтоб не падал. Лопасть будет зеленая вращаться. Ничего с ней пока не делаем. Мы должны теперь добавить соединение между этими двумя деталями. Поставить мотор и соединить его. Так, переходим в вкладку «Модель» вверху. Нажимаем кнопку «Соединений». Выбираем цилиндрическое соединение. У вас эта кнопка, скорее всего... Так, сейчас левым кликом мышки первое соединение. Правой кнопкой держу, поворачиваю. И второе соединение. Вот здесь. Так. Ну, вроде бы не получилось. Отмена. Еще раз. Буду близко располагать. Итак, еще раз делаем цилиндрическое. Вот где-то у нас здесь будет мотор. И вот здесь. Да, все получилось. Мотор у нас прикреплен. Видите, цилиндрическое соединение прикреплен на потолок. И с помощью вот этих двух аттачментов соединяются две детали. Если я сейчас все запущу, то у нас, во-первых, ничего вращаться не будет, все упадет. Ну, давайте не с вращения начнем, а с того, чтобы у нас деталь не падала. Так, ее можно теперь поднять повыше. Подняли. Сразу все более ровно стало. Так. И сделаем, чтобы она не выпадывала из цилиндрического соединения. Для этого нужно... поменять свойства. Так. Давайте, чтобы окно было побольше. Так. Вот цилиндрическое соединение. Идем в его properties свойства. Мы у слайдера должны поставить серво тип. Это как бы сервомотор, который будет удерживать нашу лопасть. Но чтобы сервомотор не вырвало из того места, к которому он прикреплен, надо задать не крутящий момент, а удерживающий момент. Так. Где у слайдера у нас есть серво. Мы должны просто серво Max Force. Давайте 10 тысяч. Должно хватить. Давайте запустим и посмотрим. По крайней мере, уже не должна лопасть падать. Так, упала. Давайте попробуем побольше. Просто лопасть массивная. Ну, еще 2 нуля добавил. Подробнее смотрите в уроке, в новом уроке про вращение моста с кнопками. Ссылка на этот урок будет в описании видео. Да, все отлично. Ничего теперь не падает. Все хорошо. Ну и теперь осталось добавить вращение нашего вентилятора. Идем уже во вкладку в том же моторе, точнее в том же соединении цилиндрическом. Мы должны угловой актуатор поставить тип мотор. Мотор. Сразу появилась у нас вкладка. Вот она пониже. Делаем скорость угловую. Допустим, единичка. И тоже, чтобы хватило силы у мотора повернуть нашу лопасть, давайте сделаем, допустим, 100 тысяч. Запускаем. Все вращается. Прекрасно. Не вращается. Он зацепился за другой наш вентилятор. Так называемый. Так, давайте мы его пододвинем. Или давайте не пододвинем, чтобы не мучиться. Давайте я лопасти. О, отлично. И автоматически отцентрировалась, потому что у нас заданы... Я не успел пододвинуть. Щелкнул, и она автоматически по нашим аттачментам центровка произошла. Это очень здорово. Давайте запустим. Сейчас, по-моему, уже... Задевать лопастями не должен наш вентилятор. Да, все вращается. Все отлично.
Ну что, подписываемся, ставим лайки, рассказываем друзьям, подключаемся на наш сервер Discord, заходим в нашу группу и шлем донаты, чтобы я мог продолжать записывать уроки.